Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Ваше Кипасинду Бевача Патитананг Павне Бхавишна Вибью Наму Нама Муканкароти Ваача Ланг Пангунг Ланг Хайтигира Яд Кипатам Аханг Банди Парамананда Мадама Бриндаван Тулсиде Байпиави Кесава Сачу Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагогарна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сарангам Витатихам Панатапал Бхавати Путам Банде Махапурушате Чарна Равинда Яд Пада Паллавана Качанда Мани Чатая Бисфуриджита Камепика Бхавадхушва Адарси Пурунан Врагару Сасагару Сару Мурти Сарадика Май Када Кипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Ре Харе Аджану Ламмита Бхужау Канака Будату Санкиртаной Капитару Камала Хатакшо Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану Ламмита Бхужау Канака Будату Санкиртаной Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури нирантара бибуши тавам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги шаджоша падане
Lakshmir yasya cha bhakshasi yasya asti hidaya samvit tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Kale no nasta prale baniyam Mama Veda Sangitam Kale no nasta prale Mama Bani Iyam Veda Sangitam Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goshtipati Такур Прабхупад Джаган Гуру сказал О, my friend, be careful. You are going to such a country. Друг мой, будь осторожен. Ты едешь в такую страну, где полно денег, полно богатых людей, эгоистичных людей, и наука достигла высокого развития. Конечно же, Индия навсегда ведущая страна, хотя с внешней точки зрения Big appliances, their lifestyle very high, life standard, their education and qualification. Ее образование, ее развитие. You are going to such развитие. A country for the preaching of Chaitanya Vani. То есть ты отправляешься в страну, impossible. Которая современно развита, для того, чтобы проповедовать там Чайтанья Вани. Хотя это выглядит невозможным, тем не менее это возможно, потому что у нас мы делаем это ради служения Чайтанья Махапрабху. Если же у меня осталось какое-то ложное эго, я не смогу проповедовать перед этими людьми, не смогу проповедовать им. Почему проявляется глупость? То есть почему саду очень умен, почему он очень разумен? Потому что они ничего не боятся. Они не думают, кто что скажет, кто похвалит их, а кто нет. Они полностью зависят от Гауранги и Баларама, поэтому они так могущественны и так бесстрашны. Они не боятся, не переживают, не стесняются. Не волнуются перед выступлением. Прабхупад объясняет, что образ жизни этих людей не должен вести вас в замешательство, не должен оставить какой-то отпечаток на вашем сердце. Никак не должен повлиять на вас. Никак, вот все эти вещи, которые доступны в развитых странах, не должны произвести на вас впечатление. Потому что это, они не являются нашей целью. Наша конечная цель — это лотосные стопы Гауранги Махапрабху. В действительности, во всех бесчисленных мирах нет сокровища, подобного лотосным стопам Гауранги. Но глупцы не понимают этого. Они бегут за богатствами, за деньгами, за положением, за славой. Итак, если вы не займете нейтральную платформу, с внешней точки зрения, такие страны, как Америка и так далее, развиты. Но с внутренней точки зрения, они равняются, то есть их развитие равняется нулю. Чего ждать от них? Денег? Что я могу найти там?
их уровень жизни, их развитие высок. Тем не менее, оно не должно оставить какой-то отпечаток на нашем сердце, потому что мы саду, мы отвергаем все, отрекаемся от всего и принимаем всю жизнь лишь то, что способствует служению Гауре. Если все, что приходит ко мне и предлагаю лотосным стопам Нитянанды, Гауранги, я ни к чему не привяжусь. Попробуйте сами такой образ жизни. Все, к чему вы испытываете влечение, что вам нравится, что, чем вы хотите обладать. Вы не знаете, почему вас так привлекает, вы не знаете, как освободиться от этого влечения. Прабхупад объясняет, возьмите вот это то, что вам дорого, что вам, чем вам хочется обладать, и предложите лотосным стопам Гауранги. Или через несколько дней, или даже сразу же, немедленно, вы почувствуете освобождение от этой привязанности. Или, допустим, человек, которого очень сильно любите, и никак не можете обрубить привязанность к нему. Предложите этого человека лотосным стопам Господа. Может быть, это будет ваша жена или дочь, муж. Таков процесс. Прабхупад говорит, будьте осторожны. Иначе вы столкнетесь с огромными проблемами. Порой они будут почитать вас, а порой будут отвергать, будут даже оскорблять. Потому что они не способны переварить или просто понять Бхагавататтву. Тысячи людей, которые встают на путь баджана, на путь духовной практики, возможно, один-два из них смогут понять истинное учение Господа. Таким образом, кто-то будет принимать вас, кто-то будет оскорблять. Все это должно быть равно для вас. С таким настроением, необходимо запасти терпение, набраться терпением и отправляться на проповедь. Главное качество, которое необходимо для проповеди, это смирение и терпение. Если вы будете лишены этих качеств, вы не сможете оказать никакого служения этим людям. Они сейчас в аду и думают, что это наслаждение. Они думают, что они наслаждаются. Глядя на их сумасшедшую жизнь, сумасшедший образ жизни, грязную жизнь, Не испытывайте ненависть к ним, не испытывайте отвращение к ним. Старайтесь, возьми их себе на колени и старайся обучить их, помочь им. И тогда они изменятся. Потому что любовь — это единственное решение всех проблем. Во всей Вселенной одно лишь решение проблемы — это любовь. Во всех бесчисленных мирах. Единственное решение — это любовь. И без нее не найти никакого другого решения. Если вы будете любить их, не сегодня, так завтра, их сердца откликнутся. Или даже если не в этой жизни, в следующей жизни это обязательно произойдет. Это останется та же самая атма, она просто сменит тело. Maybe you met me previous life.
Возможно, мы с вами встречались в прошлой жизни, кто знает. Атма — та же самая, просто меняется тело. Итак, любовь — решение всех проблем. Необходимо терпение и... Тогда вы сможете проповедовать, рассказывать харикатху. К сожалению, там, в западных странах, у людей нет терпения, и они не готовы слушать харикатху. Поэтому Прабхупад задал вопрос Нобелевскому лауреату, который только что вернулся за границу. Это был знаменитый поэт Рабиндранатх Тагор. Прабхупад спросил: «Вы только что вернулись с Америки, Англии, с западных стран. Как вы думаете, если я отправлю своего проповедника, чтобы он там проповедовал, чего он добьется? Будет ли это плодотворно? Бесполезно. Это бесполезное занятие. У них нет времени слушать и нет интереса. Не надо, нет смысла посылать». Тогда Прабхупад начал рассказывать ему харикатху, поняв его гордое, что в нем гордость. Если я... То есть в руках Прабхупады было оружие Гауравани. Если стрелять им, то сердце сразу же становится мягким, сразу плавится. Услышав речи Прабхупады, Рабиндранат Тагор был поражен. Он попросил прощения и сказал: если такой проповедник, как ты, отправится в любую страну, в любое время, он добьется успеха. Если поедете вы, когда бы вы ни поехали и куда бы вы ни поехали, абсолютно точно вы добьетесь полного успеха. Но Прабхупад сказал, что я пошлю такого проповедника, который ровно столько же, как я, хорош настолько же, насколько я, который не меньше, чем я. И он послал Шрила Бхакти Хриду Бонга Свами Махараджа и нескольких других своих учеников. Императрица Англии согласилась принять Шипад Бхакти Хриду Бонга Свами Махараджа во время того, как она принимала обед. В действительности это было оскорбительно рассказывать харикатху перед человеком, который ест мясо, рыбу. Но он согласился, он не упустил этой возможности. Итак, он пришел на обед к этой императрице. Она ела, а он рассказывал харикатху. Но он говорил так, что через 15-20 минут она уже была очень впечатлена. Если вы настоящий слуга своего гуру, подлинный гуру дас, тогда ваша речь окажет глубокое впечатление, произведет глубокое впечатление на сердце любого, будь то царица Елизавета, королева Елизавета или кто-либо еще. Все зависит от служения. Это главный фактор. Потому что служение дает вам силу, благодаря которой вы сможете проповедовать. Если нет настроения служения, вы сами не сможете воспевать харинам и осуществлять киртан. Да, возможно, вы что-то сможете, но это не будет производить впечатление на сердца других. Поэтому как можно проповедовать в таком состоянии? Если у вас что-то есть, вы можете дать это другим. Если у вас есть сила, вы можете дать это другим. Но если у вас этого нет, что вы дадите им? Что вы дадите падшим? Они дадут вам деньги и много всего. Но что вы им взамен дадите? Что у вас есть? И Бхагаван Шри Кришна говорит, что из-за течения времени, хода времени, мои веды, мое учение, веда,
не разрушена, не уничтожена. Веда, она равна Бхагавану, поэтому она не может быть уничтожена. Веда не разрушается, не уничтожается при разрушении этого мира. В связи с этим Бхагаван говорит в Гите. Веда и я равнозначны, едины. Воздушные пандиты, даже на райских планетах, полубоги, в замешательстве, они не могут постичь Веду. Она настолько, это знание настолько высоко. Они, прочитав Веду, саду не могут сойтись в едином мнении, не могут прийти к одному мнению, и между ними возникают споры. Даже на райских планетах среди полубогов возникают такие проблемы. Но Бхактивинода Такур мог разрешить все эти споры. Поэтому его пригласили на райские планеты. Индра позвал его: «Пожалуйста, помоги разрешить наш вопрос». И Бхактивинода Такур в тонкой форме, в тонком теле отправился туда, чтобы помочь им. Хотя все его тело в действительности трансцендентно. Even they cannot take decision about the outcome, conclusion of them. I know. Veda speaking so many things. Я знаю, что в Ведах говорится много всего. Там даже говорится, что нужно совершать ягью. Разные наставления там есть. Там, например, ты должен жениться. So many things. But what is the net outcome? Net outcome is that in Veda, this is approved. You cannot avoid taking meat, no? You cannot avoid. То есть суть в том, что, например, если вы не можете не есть мясо, там дается решение этой проблеме. Вы предлагаете это мясо жертвенному огню, на яге, и тогда ешьте его. То есть веды дают какие-то правила и предписания для того, чтобы контролировать наши неуправляемые желания, нежелательные желания. И в конце концов человек приходит к обретает способность контролировать их. Но в конце концов, каково заключение вед? Необходимо постичь лотосные стопы Кришны. Но до этого это никто не может понять уже. Итак, осознать Бхагаватам очень сложно для нас, потому что мы не можем полностью предаться. Мы предались до какой-то степени, но такое предание нельзя назвать хорошим, полноценным. Если нет предания, нет гуру Крипы. А если нет гуру Крипы, как я могу что-то понять? Или, например, гуру не является подлинным гуру, садгуру. Или я лицемер. Таким образом, возникает много проблем на духовном пути. Кришна говорит туда, и сейчас я хочу рассказать тебе о Бхагавад-Дхарме. Бхагавад-Дхарма не отлична от меня. I am speaking all about my mystery, all about my everything.
Майадоу брахмане практа. Майадоу, майадоу, майадоу. If you know Sanskrit, you should read Maya by me, Maya, Adou, by me, Brahma. Maya Adou переводится как «Я обучил Брахму». Дхарму джасям мадатма. Maya Adou Brahmane Prakta. So first of all, Bhagavan gives him Kalena Nascha Pradai Bani Iyam Mama Veda Sangita. Mayadau, at all I spoke this Tattva Vigyan, which is the original Dharma. Don't be in confusion. If you think there is so many Tattva Vigyana, которую я излагал, не думайте, что существует много религий, и это, то есть, не нужно, это не должно вас сбивать с толку. Можно думать, что Будда-дхарма — это хорошо, и христианская религия — это тоже хорошо. Я не собираюсь никого оскорблять, и Бхактивинод Тхакур никогда этого не делал. Это в действительности запрещено в соответствии со своей... Каждый выбирает свой путь, принимает свой путь в соответствии со своими самскарами, со своими впечатлениями из прошлой жизни. То есть, что плохого в христианстве? Пусть они делают то, что в соответствии с их развитием. Но если вы можете дать им какие-то новые сознания, более глубокие, чтобы они поняли что-то, что выходит за рамки их религии, это будет настоящей помощью. Поэтому критиковать и оскорблять другие религии неправильно. Если они послушают, если они услышат, высшее учение Гаудия Вашнавизма, они изменят свое сердце. Таким образом, как я могу помочь им? Я должен любить их, я могу благословить их, чтобы по милости Прабхупады и Гурудева их осознание развивались, и в конце концов, чтобы они осознали, что вот та дхарма, которую мы сегодня следуем, та религия, которую мы следуем, хороша, но она неполноценна. Бхагавата дхарма — это одна единственная дхарма, нет другой. Нельзя сказать, что я следую Бхагаватам, и вот, или я следую мусульманству. Нет альтернативы, то есть существует лишь Бхагавата дхарма. К этому необходимо прийти. Сегодня, может быть, существует много споров, и будете спорить за правду. Вы умрете в этой жизни, вы в следующей жизни, может быть, придете к Бхагавата дхарме, или еще через долгие-долгие жизни. В конце концов, вы должны будете прийти, пройти через этот канал, потому что другого канала не существует. Таким образом, Бхагавата дхарму невозможно сравнить ни с какой другой дхармой, потому что она едина для всех бесчисленных миров, для всех брахманд. Да даже на Вайкунхе, даже в трансцендентном мире существует лишь одна единственная дхарма. Wherever you go in infinity world, Bhagavad Dharma is the only dharma of your spirit, not your body. Бхагавата дхарма — это дхарма души, религия души. Сейчас мы заняты телом, умом материальным. Мы сейчас в ловушке майя. Now you are captivated by майя. But if you can realize
Но если мы сможем осознать дхарму души, в большей или меньшей степени, какую бы мы дхарму ни рассмотрели, в большей или меньшей степени, она связана, как бы у нее материальная концепция, телесная концепция. Любая религия. Я могу показать вам, что в той или иной степени она связана с материальным телом и материальным умом. Они, эти религии, не придают абсолютной важности духу, вечному духу. Атма вечно существует, душа вечно существует. Поэтому дхарма также вечна. То есть, если вечно существует душа, то и дхарма существует вечно. Атма-дхарма, джайва-дхарма — все это синонимы. Таким образом, мы не должны никого оскорблять, никакие другие религии, учения. Не сегодня, так завтра они услышат о Гауранге, они узнают о Гауранге и постигнут сокровенное сиддханто о атме, то есть постигнут сокровенные истины о душе, о науке о душе. Они рано или поздно смогут осознать. Маяду брахмане практа дхарма ясям мадатмака. At all I told to Brahma, and before that, in course of time, I mean, destruction. Итак, я рассказал знание вед Браме после разрушения этого мира. Веда, тем не менее, не исчезает, не уничтожается, но она может исчезнуть. То есть, если вы будете утверждать, что веда может быть уничтожена, то нужно заключить подобное и обогование, но это майявадская концепция. Камса хотел уничтожить Кришну, но Кришну невозможно убить. Равана хотел заполучить Ситу. Он похитил ее и хотел убить Раму. Но это невозможно, потому что Рама — это Бхагаван, управитель бесчисленных брахманд. Как возможно убить его? Бесчисленные брахманды находятся под полным контролем Бхагавана. Для него они как пылинки. Если вы пыль так вот с ладони сдуете, вот то же самое для Бхагавана, все эти бесчисленные миры. Как можно уничтожить Махавишну? Итак, Бхагаван говорит, что с течением времени, из-за влияния времени, время идет, и люди сменяются. Кто знает, когда нам придется покинуть этот мир? Может быть, мы уйдем, придет новое поколение, которое продолжит делать то, что делаем мы. Потом уйдет оно, и придет еще новое. Или снова придем мы. Итак, Бхагаван говорит очень особую вещь, что я поведал Чатуршлоки Бхагаватам Брахме, а до этого веда не существовала в проявленной форме. В Бхагаватам я могу показать вам, как
Там описано время, когда Веда еще не присутствовала в этом мире. Хаягрива Бхагаван, то есть Господь в форме Хаягривы, приняв облик лошади, похитил Веды у демонов. Таким образом, из-за течения времени Веда была утеряна. Тем не менее, нужно помнить о том, что Веда не может быть уничтожена, она существует вечно. «Я обучил Брахму Дхарме, которая не отлична от меня», — сказал Господь. Когда вы приходите сюда, вам нужно дойти до четвертого, зайти на четвертый этаж, то есть пройти второй, третий этаж, и затем вы придете сюда. В Джайвадхарме точно так же Бхактивинода Тхакур объясняет, что мы не должны оскорблять другие религии. Но надо понять, что не может быть... То есть существует огромное разнообразие джив, огромное количество джив. Все они разные. И для каждой дживы необходима своя дхарма. Тем не менее, если думать, что у каждого своя религия, можно заключить, что должно быть бесчисленное количество богов, бхагаванов. Но это не так. Все выдающиеся люди этого мира говорили о том, что Бхагаван един. Мы спорим с другими часто, но это неправильно, потому что существует лишь один центр, один Господь. Во всех бесчисленных мирах лишь один Господь. Но стоит вопрос, кто же он? Кто этот Бхагаван? Почитаешь одно религиозное учение, ты сделаешь один вывод, другое религиозное учение, другой вывод. Кто достиг Бхагавана? Риши и Муни заключают, что Индия — это место духовного продвижения, духовного расцвета. Садхугуру рассказывает нам. То есть садхугуру могут даровать самого Бхагавана, но мы настолько глупы, что не обращаемся к ним. Кришна Сетомара, Кришна Дитепара. В киртане сказано, что Кришна твой, о Вайшнав, Кришна твой, и в твоих силах даровать его мне. Мы поем этот киртан, но не понимаем, о чем поем, не осознаем. Думаю, а, Гурудев, ты... Зачем мне, Кришна, лучше я понаслаждаюсь? Зачем мне бежать куда-то в неизвестность? Но кто это сказал вам? Final decision,
Я не глупец, чтобы бежать куда-то в неопределенность. Я четко знаю свою цель. Я очень твердо знаю, что моя цель. Что есть моя цель? На небосклоне можно. То есть на небосклоне, в небе есть звезда под названием Друва, звезда Друвы. Это особая звезда, когда ты не знаешь, куда идти, где-то в лесу потерялся, нужно идти в ее направлении. Может быть, я неправильно расслышала название. Путеводная звезда. И точно так же существует одна единственная дхарма. Нет сомнений. То есть одна единственная дхарма, атма-дхарма, дхарма души, религия души. А то, что мы видим в этом мире, эти дхармы, которые существуют в этом мире, они до определенной степени связанные с телом, связанные с материальным умом, связанные с какими-то политическими умонастроениями. Все это накладывает оковы на человека. Если вы действительно заинтересованы в атме, в душе, нужно, я прошу вас следовать атма-дхарме. Атма-дхарме, которая защищает интересы вашей души. Я обещаю, что при условии, что вы будете слушать меня, вы достигнете успеха. Я могу подписать вам сертификат, что если вы будете слушать то, что я говорю, будете слушаться, и вы достигнете успеха. В Бхагаватам сказано, что Гокарнаджи Махарадж был великим преданным Махабхагаватой. Он был сыном Атмадева. Мы уже затрагивали этот момент, но в деталях я не рассказывал. Атмадевджи Махарадж хотел разрешить проблемы, возникшие в его жизни. Он думал, я могу жениться, завести детей и наслаждаться жизнью. Но в конце концов он стал испытывать некоторые волнения из-за переживания, из-за своего брата Дундукари. Это был очень проблемный ребенок, то есть он вырос и стал разбойником, пил вино и совершал много грехов. Он бил свою мать, бил отца. Атмадев размышлял, ведь для того, как этот мой сын появился, я хотел покончить жизнь самоубийством, потому что у меня не было ребенка. Этого я хотел. Это для меня было бы гораздо лучше, если бы у меня вообще не было детей, чем такой сын. Но я ошибся. Я настаивал на своем желании. Я хочу ребенка.
Что было с Читракету Раджой? Он также хотел ребенка. Но у него по его карме 7 жизней не должно было родиться ребенка. Ну, в конце концов, он настоял так на том, чтобы саду Ангира Риши благословил его на ребенка. И провели ягью. Ангира Риши провел ягью. Даже в ведах сказано, вот нужно такую-то ягью провести, и тогда появится ребенок у вас. Ну, разумеется, это не конечная цель вед, то есть это не заключительное наставление вед. Когда человек духовно развивается, он понимает, что эти материальные желания были бесполезны. Но у каждой дживы свой уровень развития, и ее желание в соответствии с ее развитием. Мать кормит своего ребенка горьким лекарством, если он заболевает. Ребенок не хочет его пить. Мать заставляет его. Но он никак не хочет, не соглашается. Потом она решает засунуть это лекарство в... то есть она договаривается с ним. Я знаю, ты очень любишь вот сладкие конфеты. Сначала съешь горькое лекарство, а потом получишь конфету. И в конце концов ребенок соглашается за конфетку. И вот это также и веды. Цель вед не вести нас в заблуждение. Они хотят просто... они дают нам такую конфетку, чтобы дать нам горькое лекарство, чтобы мы способны были его принять, согласились принять. Поэтому это мы и видим в ведах так много предложений, возможностей в ведах. Там описано, как проводить свадьбы. Потому что если люди не женятся, они будут вести неурегулированный образ жизни, будут грешить. Лучше пусть они занимаются тем же самым, но в соответствии с религией, с правилами религии. Итак, Читракету Раджая рыдал, выпрашивая ребенка у Ангира Риши. И Ангира Риши был вынужден внять его молитвам, устроили ягью. Она называется Путрешти Ягья. После ее завершения взяли горшочек со сладким рисом и приказали царю отдать это приготовление своей главной жене. Но было дано предупреждение, что этот ребенок, который родится, станет причиной и счастья, и страданий. В тот момент царь не мог понять этих слов. Он не обратил на них внимания. Он невероятно радовался, что у него будет сын. И правда, ребенок родился, а царь просто танцевал от счастья, прыгал от счастья, как безумец.
Он целовал его, не спускал с рук. Но что произошло дальше? Родила лишь одна жена царя. У него было много жен. И он забыл про них из-за ребенка. И все эти жены очень переживали по этому поводу. Было больно от этого, от того, что он обращает внимание теперь только на первую жену. Мы же тоже его царицы. Почему на нас не обращают внимания? Отравим-ка мы ребенка, чтобы все стало как раньше. Посмотрите, что делает майя. Они в молоко подсыпали яд, и ребенок умер. Ведь Ангира Риша предупреждал. Когда царь узнал, он прыгнул с высокого трона и понесся к ребенку. Его корона спала с него, одежды растрепались. Он бросился к телу ребенка. «Мой мальчик, мальчик мой, ты не можешь оставить меня. Я не могу жить без тебя». Но мертвое тело, что он, что может ответить? Разве ребенок, разве мертвец может говорить? Знаете историю, которая была здесь в Шривасангане? Махапрабху совершал санкиртану, был огромный киртан. В это время умер сын Шриваса. Махапрабху заметил, остановил киртана и сказал, что сегодня я не испытываю никакого удовольствия от киртана. В чем дело? В конце концов, он узнал, что сын Шриваса умер. Махапрабху коснулся к телу этого мертвого сына и спросил его, ты зачем оставил, умер, ушел, зачем оставил эту замечательную жизнь? Ты же все так хорошо, живешь на берегу Ганги. Он ответил, все, что я должен был сделать, я сделал. Сейчас я отправляюсь в другое место. Так ваши дети, мужья, дочери, все они, как после того, как они оставят тело, муж больше не будет вашим мужем. Этот дживатма примет другое тело. Вы же не можете прийти в дом этой дживатмы и сказать, это мой муж, потому что муж ваш — это тело. Концепция тела — это, то есть ваш муж — это концепция тела. Но кто, в действительности, кто муж, кто мать, кто отец, кто дочь, кто сын? На 40, на 50 лет, на 20 лет. У вас, может быть, могут быть такие взаимоотношения, что вот муж и жена, отец и сын. Это своего рода спектакль. Игроки на определенный период принимают на себя вот эти роли. А потом спектакль заканчивается. То есть вот сейчас я играю такую-то роль. Ну, на самом деле мы все играем разные роли. На сцене спектакль, где мы являемся главными героями, разными героями, разными, играем разные роли. «Может быть, останешься?» — сказал Махапрабху этой дживатме. Но душа сказала, «Нет, все, что я должен был сделать, уже сделано». Таким образом, нет смысла для эмоций. Эмоции необходимо от них избавиться, потому что эмоции, сентименты — это не преданность. В них нет смысла. Точно такая же ситуация была с Ангира Риши и Нараджи. Они пришли к царю, когда он рыдал над мертвым телом своего сына. Что произошло? Что случилось? Мой сын умер.
схожу с ума. Он просто обезумел. И Нараджа, Янгира Риши призвали душу этого мальчика. Она вернулась. И они обратились к ней. «Зачем ты оставила этот огромный дворец, эти богатства? Зачем ты покинул этот мир? Ты жила в такой роскоши». И Дживатма ответила: «Мои обязанности выполнены. Я больше не могу оставаться здесь. Я хочу отправиться в другое место». И сказав всего несколько слов, эта Дживатма улетела. Тело опять стало бездыханным. Читракету был поражен. Вот это и есть жизнь. Вот это и есть жизнь. Дживатма входит в какое-то тело, то есть получает какое-то тело, становится чьим-то дочерью или сыном, выходит замужем, становится чьей-то женой или мужем. Вот это и есть жизнь. Тогда он прекратил горевать. Больше не плакал. Он понял. Понял мистерию жизни и смерти. Если вы осознаете таинство рождения и смерти, если вы осознаете вечные обязанности Атмы, вы не будете со мной спорить. Только из-за своей глупости вы делаете это. Я не собираюсь защищать ваши материальные интересы. Вы очень хорошо в логических каких-то... в логике, чтобы доказывать свои материальные желания. Я могу лишь вам помочь защищать ваши вечные интересы. Но вы гневаетесь, когда я делаю так. Итак, люди хотят убить святого. В случае с Харидас Такуром, что сделал Харидас Такур, что его наказали быть побитым, избитым на 22 базарных площадях? Он сделал все, что он сделал, он говорил абсолютную истину. Чистый преданный, святой, всегда говорит абсолютную истину. Он говорит факты. Факт и ошибка. То есть на английском это два слова начинаются с одной буквы. Итак, факты и недостоверные свидетельства не одно и то же. Ошибочная информация не одно и то же. Критика плохо, критика грязна. Потому что нет в этом какого-то высшего идеала. Потому что критика всегда порождена завистью. За критику необходимо наказывать. Ее необходимо избегать. Но указывать на ошибки, говорить, что это неправильно, и вы идете не туда, это не критика. Почему Прабхупад делал это? Прабхупад говорил: не ходите туда, не делайте это. И что это означает, что он критиковал? Он просто указывал. Он просто указывал на наши ошибки, чтобы спасти нас.
чтобы спасти нас от нашего грязного ума настроения. И это крайне неправильно говорить, что Прабхупад критиковал. Завтра я расскажу о том, что говорили Прабхупаде Сахаджии. Они говорили: совершайте свой баджан, совершайте баджан спокойно, а нас не трогайте. Зачем вы нас прилюдно критикуете? Когда ум старается, то есть когда мы стараемся исправить весь мир, чтобы весь мир совершал баджан, вы можете закрыть меня на 6 месяцев в комнате. Я уже на самом деле, то есть я буду совершать баджан. Я уже, потому что это делал. То есть я сейчас не просто рассказываю теорию. Если я рассказываю какие-то не то, что я не осознал, я получу наказание. Вы можете думать, что я буду сидеть один в комнате, или что я был, вот когда я жил в лесу, что я жил в лесу. Этого никогда не было. Я был среди преданных, я был среди своей Гуру Варги. Как Прахлад Махарадж говорил, что если вы хотите идти жить в лес, в отреченную жизнь, идите во Вриндаван, в лес Вриндавана. То есть если Прахлад Махарадж знал о Кришне, конечно же, он мог знать и о Вриндаване, он знал о Вриндаване, поэтому нет ничего удивительного, что он дает такое наставление. Если вы хотите обрести высшее благо, хотите обрести прему, отправляйтесь во Вриндаван. То есть Вриндаван — это и лес, и там же вы сможете найти, обрести общество саду. Но в действительности запрещено отправляться, вести уединенный образ жизни, отправляться куда-то в лес, уходить в лес, удаляться, когда сердце полно анартх. И решение этой проблемы — это лес Вриндавана. Во Вриндаване вечно пребывают саду, гуру и вайшнавы. Поэтому если вы пойдете во Вриндаван, там вы решите и разрешите две проблемы. И в уединении будете, и в то же время в обществе святых. В конце концов, Читракету Махарадж осознал, что жизнь не имеет никакой стабильности, что она может оборваться в любой момент. Я могу просто идти по улице, а на меня наедет машина и задавит меня. По-настоящему разумные идут во Вриндаван совершать парикраму. Для того, чтобы прекратить самсара парикраму. Которую мы совершаем с незапамятных времен.
сейчас нас довольно хватит с нас. Мы хотим отправиться во Вриндаван, совершить Вриндавана парикраму. Чандракету Раджа начал с тех пор совершать воспевание святых имен, и благодаря повторению мантры, которую дал ему Нараджа Махараджа, он повторял ее день и ночь, и через 7 дней Читракета Махарадж обрел даршан Анантадева, даршан Господа. Анантадев поручил ему управление высшими планетами. Высшие планеты, где живут Гандхарвы и так далее. То есть он Видьядара называет эти планеты, и он возглавлял их, управлял ими. Итак, Гокарнаджи Атмадев, отец Гокарнаджи Махараджа, был очень расстроен. Он размышлял: я пошел в лес, потому что не мог уже жить больше без детей. Но, обретя ребенка, я теперь снова хочу совершить самоубийство, потому что было бы лучше, если бы у меня вообще не было детей, чем такой сын. Этот сын стал причиной огромной боли. Гокарнаджи Махарадж, слыша то, что говорит его отец, плакал. То есть Атмадев же рассказывал это Гокарнаджи Махараджу и тоже плакал. Потому что он рассказывал это Гокарнаджи, потому что Гокарнаджи был лучшим среди преданных. Когда Бхагаватам впервые был рассказан в этом мире, я не говорю о других мирах, именно в этом мире, после его сотворения, на Шуктале состоялось первое чтение Шримад Бхагаватам, когда Шукадев Госвами рассказывал. Вторая произошла в Наймишаране, на берегу Гомати Ганги. 20 лет назад я посетил это место. У меня не было ничего, то есть я без денег там посетил эти места. Все делается по желанию Господа. На 88. На берегу Кавери Гокарнаджи Махарадж рассказывал Шримад Бхагаватам. Это было третье чтение Шримад Бхагаватам. Какая-то проститутка в конце концов убила Дундукари. То есть целая группа проституток захотели его убить ради денег. Они убили его. They kill
убили очень жестоко. И они спрятали тело, закопали его под землю, а сверху посадили что-то, так, чтобы его никто не смог отыскать. Но в конце концов он стал духом. И уже в форме духа беспокоил всех. В этом мире есть духи, которым по 500 лет, по 1000 кому-то, по 5000 лет. Они никак не могут получить освобождение. Кто может их освободить? В Раджастане есть место под названием Хануман Мандир. Он известен по всему миру. Прасад, который предлагается там, потом предлагается духом. Слышали название Мадина, Мака? То есть там вот эти места переполнены духами. Если даже сейчас сюда поедете, вы там увидите духов. И еще в другом каком-то месте там ранним утром, я вот однажды там был, хотел посетить одно место там. Я с багажом пошел, хотел недалеко хотел, то есть небольшое путешествие хотел совершить. Я зашел на лестницу и увидел там огромного духа. Он был очень высокий. Вокруг были только лес из бамбука. А кто-то, не вообще, ни души не было, но кто-то мыл пол, то есть как очищал пол. Я закричал: «Кто здесь? Кто здесь?» Я знаю, кто вы такие. Я решил пойти назад, в другом направлении. Если вы обернетесь, то эти духи будут чинить вам неприятности. Если просто ушли, не оборачиваясь, все нормально. Если оборачиваться, то как бы дух мог бы вселиться. То есть дух может вселиться в человека. Привидение. Пятнадцать-двадцать лет назад я совершал парикраму. За мной шел один преданный. Он не мог быстро идти, шел медленно. И утром в 4 часа мы шли в Вриндаване, там еще было темно. Мы выходим. Я люблю выходить пораньше, чтобы не было еще жарко. Я увидел, что то есть даже не так, что за мной шел какой-то человек, я только посмотрел, он метр назад, метр от меня был отдален, а потом я обернулся второй раз, и он уже на 100 метров был вдалеке. То есть понятно, что это был дух, привидение. Дхиндикари был убит, так что вы можете
Итак, Дондукари стал привидением, а Гокарнаджа Махарадж совершил паломничество и в Гае совершил обряд по усопшему брату. Затем он вернулся домой, и там вот этот вот Дундукари обратился к Гокарнаджа Махараджу. Он сказал: «Пожалуйста, спаси меня». «Кто ты такой?» Привидение ответило: «Я твой брат, и я в аду». «О, ты стал духом, но я ж уже провел обряд по тебе». И тогда началась Бхагават-катха. Третье чтение Шримад Бхагаватам в этом мире. Мы остановились на разговоре Атмадева и Дондукари. Атмадев жаловался на то, что он сейчас в крайне сложном положении, что он не хочет больше жить. Наставление, которое дал Гокарнаджа Махарадж своему отцу, мы будем обсуждать завтра. Итак, вы не должны забывать эту шлоку, эти слова. Я обещаю, что те, кто будут внимательно слушать, вам не придется снова рождаться, если вы будете слушать с полным вниманием, а иначе я не ответственен.